Ничего себе! Бананы в лесу. На елке висят. Ранее я такого не видел. Это явно какая-то погодная аномалия. Бананы. В зимнем сосновом лесу. И что же я буду делать с бананами? Опа! А у меня в кармане случайно завалялась сковородка. Поэтому мы сейчас будем жарить бананы прямо в лесу. Итак, рецепт жареных бананов в лесу очень прост. Нам понадобятся бананы. Вот они. Нам понадобится мачете, чтобы их разрубить. Нам понадобится сковородка, чтобы их пожарить. Понадобится масло, чтобы смазать сковородку. И разделочная доска, чтобы это все было цивилизовано. Отрезаем лишнее. Очищаем шкурочку и шинкуем колечки. Вот примерно такие у нас получаются шинкованные бананы. Ну, я думаю, бананы готовы. Теперь они стали необыкновенного вкуса. Это жареные бананы в лесу. Что я могу сказать? На вид бананчики выглядят аппетитно. Но на вкус сейчас попробуем. Это жареные бананы в лесу. Вот оно, чудо лесное. Получился очень сладкий банан. Такое чувство, как будто его нашпиговали сахаром. Тем не менее, вкусно. Ну что ж, на этом, друзья, все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам такое видео с юмором понравилось. Сегодня у нас было минус 25 с утра. Хороший мороз. Сейчас, когда выходил, тоже где-то, наверное, 15 где-то в этом районе было. Потом, как смотрел, за час до выхода было 17. Ну, сейчас уже солнце светит, солнце уже греет. Уже, как говорится, скоро весна, скоро самое лучшее время года. Всем спасибо, всем удачи, всем добра. Надеюсь, вам понравилось такое видео с юмором. Пишите в комментариях, интересно или нет. Ну, а насчет жареных бананов, действительно, очень интересно, это я говорю честно. Конечно, масла надо поменьше или использовать хотя бы оливковое масло. А так, достаточно сытно, они становятся гораздо сытнее, чем они в сыром виде. Недаром их всегда в Африке жарят. Все, друзья, до встречи, пока!